Я хочу в лес сходить. Кстати, всем привет, ребята, с вами Даня, и сегодня хочу в лес прийти. А что здесь происходит? Не ходите, опасно для жизни. В смысле опасно для жизни? Я ничего не вижу, что там опасного есть. Ладно. Пока поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и не забудьте колокольчик. Приятного просмотра. Интересно, а что здесь происходит, ребят? Ну, серьезно, что за надпись? Что нам делать? Ну, здесь закрыт лес. Ладно, давайте перелезем уже. Да, все. Ну, пойдемте в лес. Мне даже интересно, что происходит. Все. Это что за курица? Паук. Что он здесь делает? Ну ладно, он не самый опасный. Что самое опасное, что здесь происходит? Сходит. Стоп. Так, давайте подойдем. Что происходит, ребята? Так что? Стоп, это что за ноги? Стоп, это что? Вот такое. А, это сиреноголовый. Блин, оторвался наконец-то, ребят. Там какой-то еще один зап. Но здесь уже надписи нет. Тихо-тихо. Там кто-то ходил. Что это за чудо? Ладно, хотя бы идем. Так, ребят, почему здесь все? Я хочу свалить. Стоп, давайте вернемся обратно. Что это за такое? Я еще не понимаю, что здесь происходит, ребят. Этот лес очень странный. Посмотрите, почему это здесь опасно. Ну, серьезно. Ну да, я сиреноголового видел. Сейчас самое главное, чтобы он меня не заметил. Потому что он там обитает. И, блин. Что мне делать? Может обратно вернуться в город? Ладно, нет, не буду. Не ходить опасно для жизни. Видишь, сходим. Речка. Лучше к речке не подходить вообще. Вообще. Кстати, интересно, что в лесу у нас есть. Сама сейчас опасная да курица встречается, она на меня напала, я оторвался от нее. Что? Он кто-то стоит. Наверное, опять сиреноголовый. Может, и другой. О, нет, нет, нет. Ну, только не эти чудики. Ой. Мы сзади сиреноголовый. Хорошо, что он меня сейчас не видит. Сиреноголовый. Только проблема, как мне туда пройти. Давайте обойдем. С другого забора. Просто не знаю. Так. Это человек. Мы сказали, что этот человек какой-то еще очень опасный. Лучше аккуратнее с ним. А то я на видео это видел. Я даже видел. Кто-то высматривает. Что он смотрит? Ой-ой-ой. Это змея какая-то злая. Лучше не надо на нее падаться на глаза. Вы знаете, что произойдет. Конец будет.
Так, ребята. Ох, нет никого. Ну почему здесь очень странно? Странно. Стоп. Что здесь бы мне сразу лес обычный? Что нам нужно было там делать? Так, ребята, давайте продолжим, когда я туда приеду на своей машине. Так, все, ребят, мы приехали, ехал я. Называется мне отдых. Посмотрите. Вот такую машину подобрал. Вот. Так, пойдемте. Стоп. Так, из багажника нужно оружие достать. Все, достал. Достал. Стреляй! Я залез на сиреноголового. А что я сделал? Ой, что это, что, ребята? Посмотрите, где я. Это что? На, получай, сирена. Ой, упал. Прикольно, кстати. Я вижу весь лес. Посмотрите. А вот там дорога, которая сейчас была изначально. Когда я только начинал сейчас. Сиреноголовый. А, челюсть мне сделал. Ах ты, негодяй. Что он делает? Где я, ребят? Ай, блин. Нужно, кажется, отсюда валить. Не отдал этот. Что я сделал? Стоп. Ладно, давайте на этом будем заканчивать. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Подписываемся на наш канал и не забываем колокольчик. А с вами был Даня. Пока.